без умолку. Все вокруг молчит об одном, о том, что я люблю. Люблю, так тихо, но могу прикоснуться. Всех приветствую на канале Bushman Production. Подписывайтесь, ставьте лайки. А сегодня наша тема будет о моторных маслах. На очереди третья замена масла, уже подходит как бы к 5000, скоро через 1000 я буду менять масло третий раз на Hyundai Getz, на данном автомобиле с мотором 1.1. Всю жизнь лил во второй свой автомобиль в Лачете, как бы масло GM, оригинальное, ее родное для мотора, апелевское, ну или там какое, не знаю, не суть. То есть на Лачете пробег сейчас 250 чем-то тысяч. Мотор идеально чистый, в идеальном состоянии, работает четко все. Вот в Getz думал тоже, какое масло поначалу лить. Долго не думая, купил GM и заливал GM. Но складывается такое ощущение, что это масло для этого мотора не подходит. Оно хорошее масло, но для этого мотора как-то не подходит. Мне кажется, что оно немного горит даже в этом моторе. И частенько приходится доливать, когда крутишь мотор там 5-6 тысяч, вот так вот. Масло GM исключительно покупал только европейское. То есть они отличаются по канистрам и все. Многие просто на это не смотрят. GM и GM покупают там, все равно, пофигу. Но я покупал именно европейское. Оно гораздо отличается прям, ну, даже по канистре можно сказать. То есть на европейском сделано Европа, на русском Made in Russia. На европейском сзади книжечка, на русском просто этикетка. И отличается по пробке. На русском она там другая какая-то немного, точно не знаю, не вникал. То есть полно подделок, но покупаю всегда в одном магазине проверенном, где подделок не может быть. Масло на самом деле очень хорошее, претензий к нему нет, но просто сюда оно не подходит. И стоит главный вопрос, на какое масло перейти. То есть читал много форумов, этот Oil Club и прочее. Все пишут, что Lukoil Genesis очень, в принципе, хорошее масло со всеми показателями. Работаю у официального дилера одной марки такой, брендовой. Там тоже льют Lukoil Genesis. И как бы все пишут, вот хочу попробовать на самом деле, посмотреть, что из этого выйдет. Просто по всем отзывам, ну не знаю, отзывы можно тоже купить, накрутить и так далее. Как бы, ну, многие пишут, что мотор работает тише, угара масла нету. Типа в нем уже там присадки добавлены, которые уже трение снижают и так далее, типа кондиционеры металла. Кстати, забыл добавить, всю жизнь лил во все машины, ну как во все, Lachete, The Getz, масло GM, но добавлял туда кондиционер металла ER. Напишите в комментариях, что вы добавляете, что вы об этом думаете, может это миф или как. Просто на самом деле интересно вот попробовать Lukoil, но не знаю, пробовать его с ER, лить туда ER или не лить, это я вот не знаю. Либо посмотреть первую замену масла, попробовать без него, посмотреть, как мотор будет себя вести и вообще на угар масла на высоких оборотах и так далее. Но GM просто реально, оно становится черным очень быстро, но это свидетельствует о том, что масло хорошее, чистит двигатель. Но оно угорает реально, если мотор крутить, оно убавляется. Особенно если едешь по трассе 140, вот так вот, проезжаешь 150 километров, доливаешь 100 грамм стабильно. Просто, ну не знаю, посмотрим, но склоняюсь к Lukoil Genesis. Напишите в комментариях, какое масло посоветуете лить в Hyundai именно вы. Я остановил свой выбор на Lukoil Genesis, там на название не помню точно, а как-то 5W30 именно. Сегодня заезжал, смотрел, канистра стоит 2400 на официальной заправке Lukoil. То есть многие пишут на форумах, типа, покупайте это масло только на оригинальных заправках Lukoil. А оригинальные заправки Lukoil на официальном сайте Lukoil можно найти. Ну, посмотрел, не знаю, сейчас вот осталось 1000 там с копейками откатать. Попробую, скорее всего, Lukoil. Кстати, народ вспомнил точно, какая Armatec, точно. Lukoil Armatec Genesis 2400 канистра 4-литровая. 5W30 именно. 5W40 стоит 1600, но 5W40 я лить не буду. Я буду лить 5W30.
как вы думаете вообще, ну, или пользовались этим маслом, или какие отзывы? Напишите в комментариях, просто мне интересно тоже переходить на него и как бы заняться импортозамещением или перейти на какое-то там другое оригинальное, может, Hyundai масло, не знаю. Ну, смысл просто, я не вижу. Цена та же, ну, как все расхваливают, ну, не знаю. Масло проехало 3800 километров. Сейчас покажу. Такой имеет темный цвет. Ну, не совсем темный, конечно, но на высоких оборотах, мне кажется, оно горит. В холодном воздухе сладко.